còn đóng gót ra dễ mãi dễ mà. Она все так же ждет, но когда, когда? Подруги говорят, все смогла б сама. И может, правда, уже давно все было б как в кино. Но уже, наверное, без него она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей.